аренду. Как? Не населенный пункт с 1 октября включает средний свет фар. Да. Что ехали без света? Так уже ж вроде населенный. Нет, вон знак населенный. Видишь? Вот ты поставь вроде населенный. Нет. Неправильно. Страховочка есть? Должна быть. Показывайте. В Харькове где зарегистрированы? Просто... А я в Харькове у друзей. У друзей уже? Да. Проживаете там где? Ну у них в гостях. А? У них в гостях проживают. Ну, в Израиле вы проживаете где? А, сейчас с нами пройдете, запишу все данные, протокол консульства будет направлен. Пойдемте со мной. А протокол на что? До 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должен быть включен дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия конструкции транспортного средства... Блин, а слушай, обязательно это туда направлять? В консульство, да. Но если вы гражданин Израиля, то... Ну, здесь, а здесь я не могу оплатить штрафы? Можете здесь. Вы можете дать адрес там, где вы проживаете сейчас. А если я нигде не проживаю сейчас? Вы вчера спиртное не употребляли? Вчера, или да. Или сегодня? Гена! Вчера Гена! Прошел, я такой, как перегар. Я говорю, от вас дышать нечем. От него гарь. А я вот прошел, думаю, шампанский пили, что? Шампанский пахнет. Да хер его знает, вчера что-то... Артем! Да вы сегодня пили, у вас свежак. Артем, свежак! Причем шампанский, это не водочный, это как шампанский. Да. А я не пойму, возле машины, вот, думаю. Вот туда пошли, думаю, как-то шампанским запахло, но, может, мне показалось. Так, шампанский пили. Артем, поставляется протокол, едем на освидетельствование. Водительская ваша изымается, и машина нашла площадку. Зачем это, блин? Ты что, ребята, шо? От вас тут кардинально все меняется. От вас свежак, реальный. На, выписывай направление Артему, гражданину Израиля. Так было, но такого еще не было. Во сколько это времени-то у нас, а? На праздник или что? Блин, какого праздника? Я вчера к друзьям приехал. 4. Да это не вчера, от вас свежак. Да что дышать? От него реал. Что тут дышать? Что это? Это не хрень. Это вам покажу прибор, так называемый драгер. Видите? Один вот. Какой там вчера, Артем? Штраф составляет 5950 гривен в суде. Ну, у меня права, бля, я там водила, ребят, ну что? Артем, ну, каждый сам виноват в своих грехах. В Израиле можно ездить с перегаром? Нет, с перегаром нет, но не выпивший это точно. Допустимая как-то норма составляет 0,2. Набираете полные легкие, выдувайте. Сейчас посмотрим. Если нету 0,2, вопросов нет. Мы вас... Так а зачем? Артем, мы говорим на разных языках. Мы говорим на русском. На русском, да. Только вы говорите зачем, а я вам говорю затем. От вас свежак. Не хотите продувать, вопросов нет. Составим протокол за отказ. На этом все закончилось. Слушай, мы напишем протокол, вам пока выдадим беременного виски. Он гражданин Израиля, здесь в гостях. Но временно... Протокол по 130-й суд, получается, киевского. А этот в консульство. Или за свет, давай не будем. Все, ладно, за свет забыли. Да не, ребята, так, ну, может, да. Позвоним, 5 минут вызвоним, хорошо? Да, давай. Что, ребят, мне возвращаться вот-вот, вы что? Артем, ну нельзя вам было садиться за руль. Вызовите такси, едьте, мы же не против. Да. Мы же не против. Ну, вы сели за руль с реальным запахом спиртного. Что, эвакуатор вызовите? Да, я тоже. Да не пил я ничего, ребят, не пил.
Давайте продышите трубу. Мне тоже ради интереса интересно, сколько у вас. Ну давай, давай, давай всю трубу. Не пью. Значит, вчера, извиняюсь за выражение, напился. Артём, Артём. Набирайте полные легкие, полные легкие. Сильно выдувайте, только дуть мушту. Сильно, 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 сильно. До конца. Допустимая норма 0,2. 0,48. Не пил? Я не пил, я же говорю. Ну сегодня, может, и не пил, значит, вчера напился. 0,48. Фу, блядь, дышать нечем. Понятых остановлю. Или давай понаписывай объясняй, давай, объясняй, чтобы понятых не задерживать. Ребят, давайте без этого как-то разойдемся, а? Ну, есть же варианты. Какие? Да я не знаю, ну какие. С вашей стороны вариант составить протокол, по закону. С вашей стороны. Слушаем ваши варианты. Ну, я не знаю, я не местный, честно, ребята. Уже боимся сами себя. Такое время, вы же... Времена такие, смотришь, блин, что просто капец. Боимся уже сами. Закрывай себя. Дверь, не мёрзнет. Итак, слушаю. Ну, ребят, ну я не местный, ну говорите, ну что? Ну. Штраф 5950, 6000. Ну 5000, ну у меня нету таких денег. Ну я же не против, я же вам не наливал и за руль вас не садил. Ну так ну, давайте разойдемся как-то. Расходитесь, слушаю вас. Ну я не знаю, я не знаю, ребят. Так, ну, что есть? Ну, не надо отходить. А чем у вас машина? У меня товарища да машина. Успокойтесь вы. Все, что есть у меня. Что есть? Да опустить деньги, ну что ты... Да успокойся, что ты так нервничаешь. Успокойся. Ну вот тут 600 гривен, 100 долларов, все. Артём, ну это не разговор. Посмотри еще, найди хотя бы 1000 гривен и 100 долларов. Вопросов. Куда ты едешь? Еду обратно в город. Отсюда едешь? Где ты едешь? Да, гривенчик какой-то. Не знаю. Ну, у него больше нету. Куда нужно ехать? Может проведем что-нибудь? Где нужно ехать? Ложи аккуратно сюда. Где ты едешь? Куда ты едешь? Центр, надо позвонить, чтобы меня подобрали. Кто подобрал? Товарищи. Мы тебя доведем. Мы тебя сейчас доведем, только едь, не нарушай. Чтобы полицейские. Чтобы полицейские. Ну понятно, ну, понятно, что я буду аккуратно ехать. Куда тебе ехать надо? Ну, мне надо в центр попасть в Харьков. В центр куда? Я не знаю, в центр города, а там я позвоню, мне скажут, направят куда. Давай мы до парка выйдем, мы тебя проведем. Только едь, не нарушай. Понял? Не, я не буду вот нарушать. Вот если ты сейчас не нарушил, мы бы тебя не остановили. Держи. Точно такая же программа в городе с полицией. Мы если полиция за вами, то все, попасть. Не нарушай. Едешь спокойно, успокойся, не нервничай. Нет. Тебя жвачки не маем удать, хочешь жвачку? Давай аккуратно. Раковка, смотри, он. Мы едем за вами, до парка выйдем. Хорошо, не следуйте. Успокойтесь, да? Да, да. Так, выходите на дорогу, я сейчас останавливаюсь с ними. Бабки у них в машине. Съемка есть, все есть. Все, 17:28, жигуленок. Камеру включаете, вот они сзади меня едут. Я вас вижу. Останавливаться перед вами? Чуть камера с высотами. Стой, 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 куда ты? Стой! Стоять! Стоять! Эй, стоять! Звони 102! Звони, на! По батарейке проедем! Да, раздавили! Звони 102! Вон полиция! Вон полиция! За полицией быстро! Да, 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 да! Пив, наша камера держи! Алло! Моргай, моргай!
Какая, какая машина? Какая машина? 221.05, 07. 07. Да. Давай, включайся, родная. Я выхожу. Виталий, быстро объясняешь? Виталий, только что гаишники взяли, проволокли Сашу, взяли деньги. Ну, короче, взяли семерка. Жигули, гаишная. Поехала. Да, поехала, да, да, ребята, они, дайте, они волокли взятка, его. Все, есть взятка, запись, все, знаете, все есть. Зафиксировали, как брали деньги, все есть. Да, 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 да. Номер машины. Ребят, ну вы видели только что на встречу ехала. Мы на видео есть, не зафиксировали. Семерка, на видео семерка, есть. Семерка, да. Мы едем за вами. С красными они. Старайся держаться их ближе, я понимаю, что ты сложно. Саня, все бишь. Угу. Ничего страшного, пусть они передают всем патрулям. Давай, смотри, они понеслись. Молодцы, ребята. Полиция. Значит, полиция сейчас едет за автомобилем. Инспекторов ГАИ, которые скрылись сейчас со взяткой, перепуганные. Я смотрю номера на машине. Если честно, машины. Да, я вообще не помню. 1785, по-моему, там. Да? Да. Я вообще не помню, в какой момент у меня выпала батарейка. Я не понимаю, в какой момент. Я не знаю, в какой момент выпала, но они раздавили ее полностью. Да. Сейчас у меня переходник все есть, сейчас я буду запись смотреть. Какой номер машины, чтобы передать? Вот. Друзья, значит, мы едем сейчас за полицией. Она остановилась, предложила нам проследовать в райотдел, чтобы мы начали писать заявление. Инспекторов ГАИ по горячим следам не удалось задержать. Они очень быстро ориентировались. Да, вот мы смотрим кадры. Сейчас первые кадры, как это все происходило. Вот мы подъезжаем к райотделу. А вот это типа райотдел? Да. Где-то здесь. Значит, мы подъехали сейчас к райотделу. Вот полиция нас сопроводила. Сейчас будем заходить, писать заявление. Здесь вот ребята стоят, я так понимаю, это вот тоже новые какие-то кадры. Может, полицию, может, ГАИ. Сейчас, секундочку. Все сюда, да, это? Да, ребят, давайте пройдем. Ага. Сейчас у нас полиция проведет. Понял? И как они тянулись ранее? Связался с ними. Нет, милиция. Это ГАИ было. Посодействовала нам. Да, полицию мы сразу увидели, сразу решили обратиться, потому что я понимаю, что, ну, что там тоже ушли ребята, что их так просто не найдешь по горячим следам. Ну, у нас номера все здесь есть, все же здесь. Ну, мы после этого планируем еще пойти в сейчас управление ГАИ. Сейчас мы напишем заявление, про отдел на прокуратуру это делать. Нам хочется заглянуть в честные глаза сейчас. Едем за вами, сопроводим. Там, ну... Они сказали, что ну, вы пьяный, мы сейчас сопроводим до парка, там Горького парк какой-то у вас. Вас здесь есть продувка, они продули его. На продувке показалось, что пьяный, хотя он не пьяный. Покажи, когда мы их остановили. Когда они переехали. Смотрите сюда еще, вот это более интересное видео. Ну как, не более, там взятка там. Чуть-чуть дальше. Смотрите сюда. Смотрите, как они узнают, а там они видят нас, они узнают. Вот мы подходим, я говорю, так и так зафиксировано, человек только что. Управление ГАИ, подъехали мы. Сейчас у нас назначена встреча с руководством. Покажем им краткий сюжет, послушаем комментарии. Алло, Дневальный. К Борису Леонидовичу пришли два человека. Хорошо. Сейчас проведу милиционер. Проверю. Сопроводить так. Mm-hmm. Как у вас тут дело так? Как обстановка? В каком смысле? Ну, в смысле, взятки берут? Ну, наверное, я не знаю. Как это, наверное? Как это, наверное, берут? Ну, в первую очередь, пускай не дают. А, позиция ясна. Позиция не меняется. А если требуют? Требует кто? Инспектора. За решение вопроса. Да я же не знаю, кто что требует. У меня с вас ничего не требует. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пойдем. Нет, вдвоем пойдем, мы фиксируем. Это журналист. Что у вас случилось? А мы это у вас случилось сегодня у нас? Не надо. Случилось у вашего руководителя. Очень большая беда сегодня случилась. Пойдемте. Мы пришли с этой бедой, чтобы показать. Пойдемте. Да, заходи. О. Здравствуйте. 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 Они? Да. Да, да. Включайте. Давайте начнем. Сейчас, подождите. Давайте начнем. Вы видели этих людей? Ну, какие-то люди нас останавливали на Белгородском шоссе. А что произошло?
открывали дверь, кричали, выйдите из машины. Ну, выйдите из машины. Ну, на секундочку. Ну, подожди, хорошо. Какие-то люди нападали на тебя. Что ты делал? Твои действия? Ну, ехал с места, потому что... Ну, подожди, хорошо. Ну, ты работник милиции с оружием. Так или не так? Так точно. Действия твои какие? Если сам не можешь справиться, вызывай подкрепление. Была ситуация. Во сколько ты доложил начальник? Сразу же. Ну, а почему час прошел, я не знаю, пока дежурные мне не позвонили. Пока мы не приехали. И вот приехали, уже тогда только... На что вы надеялись? Я не понимаю. Ну, давайте, включайте. Слушаем самое основное, ну, не слушаем отчетливо, потому что там камера была с притушенным. Ну, там звук есть, но лучше четко послушать. А мы потом видео покажем. Да, а секундочку, можно на стоп нажать? Вы сегодня остановили человека, он был в алкогольном опьянении. Почему вы его отпустили? Есть ли там какие-то пояснения? В смысле? Вы человека сегодня остановили с алкогольным опьянением? Нет. Кого-то сегодня продавали на драгер последние 3 часа? Нет. Включай. Полный лёд, сильно выдувайте, только дуть мужку. Сильно. До конца. Допустимая норма 0,2. Он 48. Не пил? Я не пил, я же говорю. Сегодня, может, и не пил, значит, вчера напился. 0,48. Видео тоже еще посмотрите. Секунду. Ваш разговор. Что есть? А? Сейчас увидите на видео. Чем смешно? У меня товарищ машин поле. Все, что есть у меня, ушел, есть. Отпусти. Кто инструктировал сегодня? Успокойся, что в такие. Тише, можно послушать? Сейчас 2 секунды, вам покажу. Не, вы послушайте самое основное. Это уголовную статью послушайте. Еще чуть-чуть. Ну разве мне вам не интересно? Чуть-чуточку, самое интересное. Посмотреть хотите? Посмотреть еще. С купюрами. Ну, включайте.